Коммунисты России также присоединились к поздравлениям с праздником Великой Победы. Рядом со сквером на улице Ленинградской активисты партии радовали прохожих сладкими подарками. Красный москвич как символ эпохи. Такие 401-е выпускали уже после войны. Причем производство стартовало примерно в одно время с еще одним знаменитым автомобилем ГАЗ-М20 «Победа». Советский ретрокар бережно отреставрировали, да так, что пройти мимо такого редкого экспоната не могли ни взрослые, ни дети. Мы сегодня приехали на красном москвиче, а красный цвет — это означает, ну, символ партии нашей. Мы раздаем людям позитив и также витамин в виде апельсинок. Поздравляет вас с праздником. Коммунисты России решили оригинально поздравить жителей города с праздником Великой Победы. Каждому прохожему участники дарили хорошее настроение и апельсины. Кроме этого, всем желающим можно было сфотографироваться рядом с экстравагантным по нынешним временам москвичом и даже посидеть в салоне. Конечно, приятно, девочки. Очень приятно, особенно в праздник. Для акции коммунисты России приготовили более 50 килограммов цитрусовых. Ни один апельсин не остался в коробке.